Чё, все покрасили? Огненные защиты. Теперь их сейчас оголовки выкручивать. Согреть. Есть там, не попадем никуда. А крутить удобно будет потом? Ну, трещотка будет? Да. Да? Да? Хватит. Так, ну что было сделано за сегодня? Сегодня вот так вот поставил все поперечные балки. В эти балки 200 на 50. Внутрь будет заложен утеплитель. Снизу будет черновой пол.
сверху уже будет идти фанера и уже финишное покрытие пола дома. Вот как-то вот так. Завтра Леха будет ставить сигнализацию. И в субботу, ну, дальше продолжаем работать. Понятно. Так, что у нас здесь? У нас здесь торпильная нога. Здесь такой чертеж, что под многолатный брус, под черновой пол. Все надо здесь выпилить. Здесь тоже под углом, чтобы ашка сошлась. То есть мы сейчас отрезали. Теперь сейчас отмерим здесь и сделаем запил под 60 градусов. И потом здесь нужно будет сделать два запила, чтобы получилась вот такая вот ступенька. Тоже под 60 градусов. Да. Конечно, можно. А что он такой? Какой? Смешной. Такой вот дядя Леша купил. Смешной. Ау? Да, со всех сторон. А просто ты не сильно дави и это веди, она тогда не будет много раздеваться. А потом уже сильнее дави на нее. Я думаю, мы переворачивать не будем, а снизу просто. Да. Сейчас, может, подпросверлим, а снизу загоним. Да нет, прямо тут же и просверлим. Короче, у нас поломалась нога, треснула. Че, пока подложим, давай брус этот, чтобы она не висела. Давай. Давай, все, отпускай.
что, давай, ладно. Давай, наверное, попробуем. Скажи, оно пока стоит? У меня уже нет. Нет, на этой деревяшке стоит. Сейчас стоит. Да. Так, подожди, дай-ка. Сейчас дальше. Ладно, удобно взяться. А? Какую я ее поднимал? В принципе, если что, главное упирать в пол. Ну. Все. Все, давай. Раз, два, три. Убираем. Раз, два. Оп! Все, все, я готов, прости, дальше. Давай, погнали по бокам. Да, ты, по-моему, меня толкаешь уже. Ить. Ну, примерно так. Только у меня до пола не хватает. Вот он. Смотри, как болтает. Да. Повыше поперечный. Залезь на вот эти поперечные? Да. И а вдруг эти поперечные тебя не выдержат? А? Вдруг не выдержат? Ну там же их по две сразу встанем, ну как не выдержат? Тем более, одна нога на вот эти две, вторая нога на вон те две. И сбить, по крайней мере, между собой. Потому что смотри, как лев гуляет. Да, да. Да, сегодня будет ставить прям тяжело. Ну, да. Просто хотя наоборот, будет ветер помогать. Будет помогать, да. Поднялся сильный ветер, Леха решил забить, чтобы зафиксировать фермы. Так, ну что, за сегодня мы поставили три фермы. Еще полторы у нас лежат готовые. Завтра, если все нормально, может быть, мы все уже доставим фермы до конца. Потому что, ну, по большому счету, уже все, почти все доделано. Это вот усиление пола под ванную комнату. Это вот остаток дома. Здесь вот второй этаж. Вот здесь вот будет лестница. И вот терраса. Это мы вот вчера и позавчера с Лешей делали. Что, сделали сегодня, что могли, 5 июня. Вот за этот день постелили контрабрешетку об решетку правой стороны крыши. И туда внахлёст, и там все пробили.